А в Павлодаре почти 47 тысяч учащихся начальных классов бесплатно кормят в школах. Для этого из областного бюджета выделили свыше 3,5 миллиардов тенге. Еще 12 тысяч детей из категории малообеспеченных семей тоже бесплатно питаются за счет средств фонда «Всеобуча». Такую практику в стране первыми внедрили в Павлодарской области. Второй год ее внедряют и в Шымкенте, рассказывает Ербол Абишев. Учащихся начальных классов в Павлодарской области бесплатно кормят четвертый год. С тех пор даже стоимость обеда в школах не менялась. 450 тенге приходится на каждого ученика. Еще есть и социальное меню по 690 тенге, куда входят мед и фрукты. Наше меню строго контролируется специальной комиссией. Туда входят как родители, школьная медсестра, так и учащиеся старших классов. Каждую пятницу они проверяют блюда на вкус, сверяют вес и цену. Если выявляются замечания, то вопросы сразу же решаются с поварами и арендаторами столовой. Школьное меню контролируют тщательно. Родительский комитет тоже участвует в разработке рациона питания школьников. Качество еды также могут оценивать сами дети. В столовой установлена система оценки, которую мониторят каждую неделю. Детей начинаем кормить после второго урока. К этому времени дети уже хотят есть и с нетерпением ждут перемену. Еда вкусная, кто не наедается, может попросить и добавки. После занятий их также покормят, и дети идут на продленку. Родительский контроль важен в организации питания школьников, уверяют педагоги. Он уже доказал свою эффективность, отчего жалоб на невкусную еду стало намного меньше. Так говорят в Шымкенте. Там второй год тоже бесплатно кормят всех учеников младших классов. Мне, как и любому родителю, очень важно, в каких условиях находится ребенок, чем он питается, с каким аппетитом кушает, потому что в этом возрасте он нуждается в энергии, в качественном питании. И поэтому была организована общественная родительская организация в школе, контроль родительский. Вот я попробовала еду, действительно, еда вкусная, она как домашняя. От каждого класса дежурят два родителя. Они приходят, смотрят, пробуют, потом пишут свое мнение в общий чат. Нам это тоже удобно, потому что есть обратная связь. И мы знаем результат того, как работаем. В отличие от Павлодарской области, на бесплатное питание шымкентских школьников тратят в два раза больше денег. Свыше 7 миллиардов тенге в этом году выделено из городского бюджета. Это и понятно. Число учащихся здесь вдвое больше, чем в Павлодарском регионе. Ербол Абишев, Катерина Попкова, Марат Игликов, Хабар 24.